Ну, буду надеяться, что все очень будет хорошо, буду хорошо себя чувствовать и хорошо отдохну. Спасибо большое, что открыли Турцию. Мы приехали в гости, у нас здесь дети живут, поэтому очень рад. Здесь внуки, и поэтому вот отдыхать приехали. Угу, хорошо. Ну, я безумно... На эти два вопроса, да, получается? Спасибо большое, что Турция наконец-то открыла свои границы для русских туристов. Билет было достаточно легко купить, но быстро все билеты разбирали. Купила напрямую через турагентство, купила через 10 минут, когда узнала, что открывают Турцию, и уже почти не было билетов. Угу. В Турцию приехала на неделю, к сожалению, больше не могу из-за работы. Буду просто отдыхать, наконец-то добралась до моря. Да, конечно, я вообще в Турцию летаю каждый год почти и очень страдала, когда все границы закрыли. İçerisinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak yaklaşık 3 saat önce Moskova'dan hareket etti ve biraz önce Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. İşte bu turist kafilesi 2 aylık kısıtlamanın ardından Antalya'ya gelen ilk Rus turistler oldu. Турция прекрасное место для отдыха. Я уже здесь не впервые, то есть место прекрасное. Прилетела в Кемер, то есть все прекрасно, чудесно.